Железногорск принял детский футбольный фестиваль. В воскресенье на запасном поле стадиона «Труд» завершились игры предварительного этапа международного турнира «Локобол». На соревнования съехались около 200 юных футболистов со всего края. За единственную путевку в следующий межрегиональный этап сражались 16 команд, состоящих из игроков 9-11 лет, объединенных одной мечтой. Несмотря на юный возраст, некоторые ребята уже имеют опыт участия в футбольных турнирах. У меня уже четвертый турнир по футболу, а первый по локоболу. Первый серьезный турнир у ваших детей, внуков. Только начинается дорога в большой футбол. Я хотел бы напомнить, что победитель этого турнира поедет в город Новосибирск, представляя Красноярский край, на втором этапе турнира «Локобол» 2014. Финал предварительного этапа вышли железногорская смена и красноярский Енисей. Решающий матч закончился победой красноярских футболистов со счетом 3-2. Команда Енисей будет представлять край в межрегиональном этапе, в котором примут участие сильнейшие команды Сибири. Они очень важны на самом деле для детей. Для многих это первый этап жизни такой футбольный на самом деле. Потому что я и сам, это были начало 2000-х. Это было очень мало, но на каждый турнир мы приезжали. Это было очень интересно, это было запоминающееся. А поверьте, многие из них, может быть, дальше у них мало что получится, но они запомнят именно этот турнир. Потому что много даже просто общения, много будет друзей. Локобол – международный детский футбольный фестиваль, организованный в 2007 году ООО РЖД, футбольным клубом «Локомотив Москва» и детской футбольной лиги России. 4 года назад фестиваль приобрел статус международного. В футбольных баталиях принимали участие детские команды из Украины, Казахстана, Румынии, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии. За 7 лет существования соревнований в них приняли участие более 180 тысяч игроков от 9 до 11 лет из спортивных и общеобразовательных школ, дворовых и сельских команд, детских домов и школ-интернатов. В этом году участие в соревнованиях примут около 48 тысяч детей, представляющие почти 3 тысячи команд. Железногорск становится площадкой для фестиваля 4-й год подряд.